пафоса. Музыка, слеза, любовь, кровь, пот, слезы, земля, ветер, огонь, вера, надежда, любовь. Сколько, видишь, все время по три сочетания. В любом причине. А давай, может быть, какую-нибудь тему найдем, типа для... Для стычки. Для стычки, а. Знаешь, стычка. Я думаю, что тебе нужно побриться все же. Ты, вот сейчас ты меня конкретно задел по больному. Задел вот за здесь, живое. За живое. Ударил. Потому что я... Я не буду стричься. Я получал... Нет, стричься не надо. Да, в смысле бриться. Стричься, мыться, бриться я и сам стригся последний раз в 1957 году. Не надо мне советовать, как жить, я сам найду. Ты сам? Да, я сам. Кажется, без меня ты проживешь, получается. Ну, посмотрим. Я уже взрослый. Посмотрим. Я... Не бей. И снимай ремень. Ослушайся. Он снял ремень. И, штан, и подарил. И штаны у сын. Него. На, сынок. Да. Выглядел вот так. Нет, у нас не получается, серьезно. Из всех этих стычек. Стычек не получается никак. Как не хочешь. Люди оба обезоруживающие. Это я говорю не тебе, говорю. Ну, самое сокровенное. Хорошо бы, чтобы в этот момент выключили микрофоны полностью. Что больше всего мне нравится в тебе, что ты живешь не головой, а сердцем. Вот это. Если бы больше никаких не было достоинств, вот это бы мне бы лично хватило бы в тебе только вот этого одного. Спасибо. Вот это хорошая вещь. Ну, это от тебя. Потому что головой только мама. Жить, это не есть хорошо. Не, ну проблем тоже из-за этого. Ну, это... С головкой. Ничего убивает. Страшного. Ничего страшного. С косточкой. Головку надо беречь. Одевай шапку. Ты знаешь, я стал замечать, все равно, вот как ни крути, дети, они ближе уже к циклу, они начинают практически идентичными быть. Вот отцу, допустим, сыновья отца, от дочки, от матери. Есть в этом какая-то логика. Не замечал? Ну, это генезис, это все правильно, нормальная вещь. Я единственное боюсь, что я буду почитывать вот газетки. Конечно, желательно, чтобы у дураков родители, дети все же как-то на них не сильно походили. Вот. Но, опять же, природа все делает. Берется. Да, все делает сама, тут ничего не изменишь. Внимание вообще вот в этом деле, как Господь Бог человека ограничил в таланте, в уме, все же какие-то есть пределы. Вот там, да, поднимается, а потом какой-то предел. А в глупости ограничений таких не сделал.
Там, уже, там уже пропасть такая, бездна, там кажется уже все, дальше некуда, оказывается еще можно поглубже. Да, это здорово. Я это и по себе знаю. Я и по себе тоже знаю. Главное, чтобы не злой человек был. Ну, вот это важно. Злость – это вот вещь ужасная. Да. Спасибо за внимание. Здоровья вам прежде всего, как это и принято считать пожилым людям. Счастья в личной жизни. С 8 марта заранее. Заранее с 8 марта. С Новым годом. С Новым годом. А также... Пусть будем первые. А также с Днем железнодорожников, которые обычно бывают в августе. Всем, пользуясь случаем, всем журналистам, а что там... Да, всем журналистам, которых мы очень любим, потому что все журналисты, пишущие о музыке, они практически очень хорошие люди, очень хорошие и добрые люди. Однажды я слышал, как поют журналисты. Это было очень приятное зрелище.